Всем привет, ребят! Сегодня у нас распаковка бумажных сюрпризов. У нас сегодня 4 коллекции. Котенок, Лоу, маски для сна, собаки. Первая коллекция котенок. Давайте выберем пакетик. Давайте вот этот вот пакетик. Следующая коллекция Лоу. Давайте серый пакетик возьмем. Маски для сна. Давайте вот этот пакетик. Собаки. Давайте вот этот пакетик. Так. Давайте распакуем первую коллекцию. Это будет у нас котенок. Я сейчас подготовлю каталог. Просто будет потом неудобно. Вот у нас каталог, тоже с котиком. И тут нам попадается вот такой вот котенок. Они на прозрачном фоне больше. Он у нас под номером 6. Вот у нас первая страничка. И вот вторая страничка. Тут с котиками тоже наклейка. Следующая коллекция это у нас Лоу, давайте. Сейчас я найду в каталоге. Вот я нашла. Так. Вот пакетик Лоу. Это моя одна из первых коллекций. Она прилипла. Вот у нас такая наклейка. Это какая-то вещь, наверное, из Лоу. Я не знаю. Она у нас под номером 2. Приклеиваем и приклеиваем. Вот у нас первая страничка. Вторая и третья. Следующая коллекция маска для сна. Сейчас я ее тоже тогда найду в каталоге. Так. Это вроде как снеговик, я не знаю, или это гусь. Просто эту коллекцию мне подруга делала, поэтому я не знаю, что это с кем-то. Ну, пусть будет снеговик. Так, это у нас под номером 3. У меня всегда проблемы с... А, вот. И клеем. Вот такая вот у нас коллекция. И коллекция собаки. Тут у нас вот такая вот маленькая наклеечка. Сейчас я тогда тоже найду в каталоге место для них. Так, вот я нашла. Это у нас под номером 5. Так, распаковываем.
клеем. Вот тут у нас вот такая наклеечка. Ну, это что-то типа гор должно было быть, но получилось так. Ну, и вот эта вот страничка. Ну, вот тут еще. На этом у нас все. Всем пока и до скорых встреч.